Все, 30 января. Площадь уже свободна, так сказать, от елки. Нет ничего. Ну ладно, парковка же нужна, денежки за это люди получают. А я поехала по делам. Сниму, ну, думаю, сниму красоту Екатеринбурга. Как мне снять такой красоту? Мне вот этот переход нравится. Сейчас я его сниму. Попробую, конечно, снять. У меня, конечно, на руке болтается сумка. Ну ладно. Солнце сегодня такое. Красивое. Солнце. Мостовая, вот очень скользкие сапоги. Поэтому. Такие здания просто исторические. Мне нравится это место. Парковочка. Парковочка. Вот этот переход красивый. Похоже на гусеницу. На что-то инопланетянское. Ну, похоже на космический корабль. Красота. Я по нему, кстати, ни разу не ходила внутрь. А как-то мне ничего не надо ни в Цуме, ни в Пассаже. Как говорится, вон там отражение нас, крыша. О, церковь, храм наш большой, Златоуст, любимый мамин храм. Красивый он. Она в него ходит. Молится. Ой, какое солнце. Улица Ванера. Вон там. А это я не знаю, какая улица. Она маленькая. Это не Вайнер. Маленькая какая-то улочка. Я, честно говоря, не знаю. Этот переход с этой стороны. О! О, красота. Хороший день для прогулок. Подходит. Все сегодня не холодно, можно гулять. Мне как раз нужно прогуляться. Нервишки успокоить, а то жизнь нервная. Поеду на метро. Тут я обычно ночью иду. Ну, ночью я тут, не знаю, пойду и на троллейбусе поеду. Дневные кадры мерзнут крайне. Достопримечательности Екатеринбурга. Это хорошо. Так, ладно, выключу. Сейчас сделаю разворотик. Вот тоже метро. Огонечки все убрали новогодние. Что, все, кончился Новый год. Сегодня последний день января. Вот тут назад. И все.